Тільки сміливі ризикнуть почути, що про них думають інші. Вітаю, я Анастасія Даугуле. Це «Поза очі» – програма про те, які зірки насправді. Сьогодні Олег Карамазов. Вітаю, Олег. Добрий день. Знаєте, з чого хочу почати? Наша маленька стая уходить в небо. Да. Звідки у вас з'явилися ці слова? Ну, если говорить о песне «Маленькая стая», она мне приснилась. Мне приснился сон, и я утром его просто записал. До речі, оці слова Жека, а ми всі здохли. Вот, Жека існує насправді? Жека існує, да, він живе в місті Атланта, штат Джорджія. Це наш київлянин, друг моєго дитинства і юності. Мені приснився сон, що ми вдвоєм йдемо по пустій планеті. Планета точно не Земля. Виглядить все в такому серо-чорно-білому, такі три тона. Білий, чорний і серий. У меня было ощущение, что мы умерли, я поэтому сказал: «Жека, по-моему, мы сдохли, по-моему, уже нас нет». Песня получилась легкая, но сон был тяжелый. Когда я проснулся утром, я его решил записать. Часть разговора на вот этой планете, по которой мы шли, два уже человека других, иных. Что таке были рокеры у 90-х роки? Я не знаю, как я выжил, честно говоря. Вот, я не знаю... Это другого, что объяснение, что меня просто Господь оставил зачем-то, я не нахожу. Я должен был умереть много-много раз. Это был алкоголь? Это был алкоголь, это были разные приключения, когда я падал с 9-го этажа, вылетал из окна. Как с 9-го? Случайно. Вы выпали с 9-го поверху? Мне казалось, да. И меня поймали за ремень джинсы. Вот просто сидел вот так и подскользнулся. Мы очень много выпивали, очень много... Вот, какие-то невероятные приключения, которые происходили с нами, были часто на грани жизни и смерти. И много людей ушло. Моих ровесников, моих знакомых, много людей тогда же ушло. Я читала, что ваша группа навіть трощила готельні номери. Було? Ой, ну и готельні номери, и все. Мы были такие веселые и жизнерадостные. И дело в том, что в молодежной культуре, да и сегодня, наверное, так происходит, есть некое желание подражать тем символам, которые для тебя являются там авторитетами. Тогда для нас, конечно же, это были западные рок-музыканты, которые, в свою очередь, вели себя таким образом. Да. Поэтому... В среде молодежной музыкальной наркотики, алкоголь тогда были абсолютно нормальным явлением. И то количество жизней, которое это и унесло, наводит меня на мысль о том, что я действительно, Господь меня просто сохранил. А вот это все было воно на куражі, на пику славы, на том, что вы в молодому віці отримали гроші, популярность. Звідки все это пошло у вас? Это все наши человеческие, наверное, качества и гордыня, и тщеславие, и все вот это. Ну, представьте себе, вы выходите там со сцены, идете в гримерку, и так набивается вот весь этот зал, который там, допустим, сидел, он прорывает милицию и блокирует весь коридор, чтобы к тебе зайти. И ты уходишь через окно. А там стоит уже 100 человек, которые ушлые, понимают, что ты будешь тянуть руки машину до вас. То есть мы часто через окна уходили из гримерок, нас вытаскивали, потому что мы не могли выйти туда. Вот. Поэтому это, конечно, дает тебе какое-то ощущение такой... особости, что ли, да, плюс желание... Избранности. Да, избранности, вот эти все понты. Но также рок-н-ролл забирает многое. Это авторская музыка, это авторская, это каждый раз живем, каждый раз это какое-то действие с разворотом своей души. И это занимает огромное количество вот тебя внутреннего, оно куда-то исчезает во время, после концерта. И ты остаешься пустым. Либо в отеле сидишь дома, либо в отеле дома, я правильно сказал. И вот это ощущение, что вот эту дырку надо чем-то закрыть, которая вот на ее месте была душа, которую вот сейчас ты раздал вот всем. А дальше все эти там веселости в ресторанах, в
городе Измаил, я как сейчас помню, мы отыграли на стадионе, к нам приехали ребята, пограничники, и пригласили на рыбалку на следующее утро. Короче, мы остались на денек еще в этом Измаиле, и рыбу мы не просто ловили, а нас пригласили на военный катер, вооруженный пулеметами тяжелыми. И это как бы рыбалка была, но закончилась с офицерами. Вы розповідаєте, як особливості національного полювання. Ну, что-то такое, да. И когда нам разрешили пострелять из пулемета, и оказалось, что вот эта сторона, это уже румынская граница, по которой мы крошим камыши, вот, то это как бы уже не шутки, потому что когда трезвели, нам это рассказывали, то есть, ну, это постоянное приключение, которое могли плохо закончиться. За грань разумного это часто, конечно, заходило. Поэтому еще раз скажу, что то, что я остался живой, я благодарен только Богу. Ну и, наверное, семье, которая это все каким-то образом пыталась регулировать. До речі, армія якось вас приваблювала. Один наш спільний знайомий поза очі розповів мені, що ви навіть хотіли бути військовим. І, до речі, у вас є військове звання. Да, у меня звание небольшое есть, но особо я военным не хотел быть. Вы лейтенант? Я лейтенант, да. Хотя я должен быть старшим лейтенантом. Я проходил часть переподготовки на ракетной базе, потому что я сам по военному образованию, баллистические ракеты дальнего действия. Нас командировали в город Пермь, там мы проходили переподготовку на этой ракетной базе, прямо над изделием, шахта ракетная, все по-настоящему, боевые дежурства. И, конечно же, мы должны были получать новые звания. Все мы были лейтенанты, поэтому мы должны были стать старшими лейтенантами. Так. Но буквально там накануне мы с приятелем пошли фотографироваться, послать родным в Киев фотографии. И сфотографировавшись, мы решили зайти в местный ресторан. Я забыл, что я в армии служу. Что вы керуете баллистичными ракетами. Да, я снял, помню, с себя этот свой військовий мундир. Да, мундирчик. У меня была футболка U2 под ней. Черная футболка, оранжевый такой круг. U2. И здесь что-то типа «Ахтунг зе Европа». Что-то такое у меня было. Вот. При этом я, как сейчас помню, галифе, сапоги. И мы сидим такие, ужинаем, офицеры. Я, значит, повесил сюртук свой, значит, на спинку стула музыкант. И сижу в таком виде, развлекаюсь, играет оркестр какой-то, такой фильм «Асса» где-то приблизительно, вот так это все выглядело. И в это время заходит патруль, и видит такого, значит, чувака странного. Вот, и они поинтересовались, а я что-то забыл, что я, значит, лейтенант, и ответил как-то, типа, ты слышишь там, типа, иди отсюда, там. Вот. Ну, какая-то такая перепалка, там, подошел старший начальник этого караула. Начали нас винтить, вот, как-то мы разобрались, но в часть нам сообщили, что вот мы там хулиганили. Меняем моего приятеля в качестве, так сказать, воспитательной меры, нам не дали очередное звание, мы остались лейтенантами. Вот, поэтому перед вами обычный лейтенант, самый-самый обычный лейтенант. Но рок-н-ролльная душа ваша прорывалась, она ведь в те часы. Ну, весело было и там, конечно. Мы намагалися знайти інформацію про ваше дитинство. І це доволі складно. Складається враження, що ви от народились і одразу стали таким прожженним рокером. Почти так і відбувалося, звісно. Ну, я прожженим ніколи не був. Дитинство для мене – це таке фрагментальне воспоминання, дуже короткі, але дуже яркі. Наприклад, там, с дедом на рыбалке. Например, первая большая рыба, которую я поймал, огромную рыбу. И я прожил с этим, наверное, лет 30. И потом я вспомнил, что когда я... у меня не было ни ведерка, вот, не было куда эту рыбу положить. И мне было 5 или 6 лет. Я снял сандалик с ноги и положил эту великана этого себе в сандалик. И вот до меня только дошло там лет в 30, что рыба, наверное, все-таки была большая, но она поместилась вот в этот маленький, малюсенький детский сандалик. Вот, поэтому я понял истинные ее размеры. Це ви? Это я. Це майбутній рокер Олег Карамазов. Да, ушастый. Я думаю, что в то время, когда я был
малышом этим, это, конечно, была огромная роскошь иметь такой автомобиль. Мама на вас так дивиться. Ой, с мамой у нас очень хорошие отношения. Я думаю, она будет смотреть эту программу и, конечно же, будет счастлива видеть и себя, и меня. До речі, кажуть, що ваша мама засвоїла всі гаджети. Ой, це правда? Я іноді навіть вынужден мамі дзвонити і говорити: «Мам, убери там коментарі з Фейсбука якого-небудь або ще щось». Ви серйозно? Мама прибирає коментарі з Фейсбука? Притом це все вона освоїла. Вона у мене нічого не спрашивала, вона сама знайшла. Она сама программирует, она сама находит, там, гуглит какие-то вещи. То есть вот совершенно, как все современные молодые люди, вот человек, которому немножко больше 80. Коли моя мама надіслала мені запит у друзів у Фейсбуці, я була трохи шокована. Я при тому, що у мене технічне образування, я закінчив один із серйозніших технічних вузів, які тільки можуть бути, це фізтех. При всем при этом я долго не пользовался мобильным телефоном. И мне так было влом разбираться с этим всем, что мой друг Юра Молчанов хохотал, когда получил от меня первую смс-ку. То есть мама вас выпереджает у техники? Мама в этом отношении у нас лидер семьи, и она реально вот, разбирается с любым прибором. Мама знает. Вы с дружиной разом майже 40 років. Да, уже 39 лет будет в этом году. 39 років. Це дуже значний час. А знайомі 40, да. Или, ну, може, навіть більше чуть-чуть. Історію знайомства розкажете з дружиною? Середина 70-х, наверное, ми переїхали. Новий масив був построєн, Мінський масив. Я обратив увагу, що в нашому під'їзді живе дівчинка, якої немає в нашій школі. Я жив на третьому этажі, вона на першому. Ну і як-то от я взрослів, і це вже десь там лет, наверное, мені було 17. Я шел с репетиции и встретил своих приятелей на улице, которые шли к мне на день рождения. И они меня позвали с собой, и я пошел. В тот вечер она поссорилась с парнем, с которым они уже собирались образовать семью. И в это время кто-то включил Pink Floyd. И я до сих пор, я никогда не умел танцевать и не люблю танцевать. И я подошел, она ссорилась с этим парнем, я подошел, так говорю: «Я прошу прощения, можно вас пригласить?» И я взял, и мы начали танцевать. И не отпускаете уже 40 років. Ну да. И теперь у вас двое сынов, 4 онуки и онучка. Да, уже 5 малышей. Мы побывали в гостях у ваших родных. Давайте все вы успеваете. Послушаем, все вы успеваете. Что про вас скажут поза очи. Давайте, да. Прекрасный папа, но я его начал помнить где-то года, наверное, лет с 5-6, потому что, ну, у него как раз была активная деятельность концертная, и многое больше времени в самом-самом дальнем детстве я проводил все-таки с дедушкой, с бабушкой, с мамой. Когда я был совсем маленький, я понимаю, что и папа был достаточно молодым парнем. Вот. То есть я появился, ему было 20 лет, и он взрослел фактически вместе со мной уже. Мы жили больше, чем скромно, и я помню, и отец тоже об этом не единожды говорил, и мама. Ну и просто я помню, когда маленькая стая звучала из каждого утюга, а денег не было вообще. Мне очень сильно повезло со свекром. Я, конечно же, очень волновалась перед встречей с родителями будущего мужа, как все девушки. Тем более, зная, что это настолько уникальный в своем роде человек. У него очень острый ум. Он быстро думает. И я произношу какую-то фразу, он меня уже останавливает, говорит: «Все, я все понял». Иногда это раздражает. Это же моя мысль, дай мне ее договорить. У нас семья очень большая. И, знаете, мы как, наверное, какая-то социалистская, мне кажется, история, когда вот и бабушки, и прабабушки, и дедушки, и внуки, и все собираются вместе на каждое торжество. Олег Викторович своего рода стержень, на котором все держится. Именно вот держит. Он умеет собрать всех и создать праздник, который абсолютно не привязан к какой-либо дате. Для этого нужно просто быть в его компании.
Олег Викторович настолько любит и умеет готовить, что даже в Индии он индусов научил делать борщ. Обычный украинский борщ-то на хвостах бычьих. Меня дедушка научил играть в шахматы и в шашки. Я всегда съедаю его ряд. А я королю ставлю шах, но просто он падает. Потом еще я с ним играю во всякие игры, например, супергероев. Я люблю с дедом рыбу ловить. Мы с дедом поймали вот такую рыбу. Олег Викторович, как дедушка, я считаю, что очень внимательный к своим внукам. И мне очень приятно, что дети смогут научиться у него вот этим тонкостям, которые может научить только дедушка. Они придумывают сказки какие-то вот ролевые игры с озвучкой, с разными голосами. Очень интересно наблюдать, как дети, смотря на своего дедушку, тоже в чем-то как бы пытаются следовать ему. И он для них является примером. Это Сандрик. То есть это Сандрик. Папа всегда говорил, что нужно держать слово. Что если ты уже что-то сказал, то будь добр, сделай, как ты сказал. Я, наверное, к сожалению, не часто просил совета. И, наверное, наделал много ошибок из-за этого. Мог много вещей. И, возможно, даже невозможно, я уверен, он мне их давал, а я их не слышал. Весь в папу. Его отец, мой дед, очень много времени проводил с внуками, с нами. И он много нас учил, с нами занимался. Мы много проводили времени на даче с ним, лес, прогулки. Я чувствую, что он хочет быть похожим на своего папу. Он понимает, насколько дед крутой был. Дед вообще просто, космос. Его дед воспитал, воспитывая нас. Он ему показывал, как вообще можно воспитывать детей. И это очень жалко, что он ушел. И рано ушел. Пап, ты очень хороший дедушка. И я уверен, что дед Витя сейчас гордится тобой. И он очень рад, как ты воспитываешь своих внуков и внучек. Да, целая жизнь. Ваш син сказав дуже цікаву фразу, що ваш батько виховав вас через ваших дітей. Що це означає? Денис правильно сказав, тому що коли вони вот только-только-только начали перші роки життя, я мене вдома не було тоді. Просто вам було 20 років, здається, коли ви стали батьком. Так, я жив в поїзді тоді все время. Ми їхали з концерту на концерт і огромное количество времени мой отец уделил тогда и Диме, и Денису, обоим сыновьям. Вот. Он постоянно забирал их на выходные на дачу. Это лес, это в лесу постройка каких-то хижин. Он был активный человек, придумщик великолепный. Вот. И я часто был, наверное, как гость. Потому что я просто мало был дома. В те времена мы собирали стадионы, но зарабатывали копейки. И нужно было тянуть семью, поэтому огромное количество времени уходило на это. И, конечно, дети это ощущали, понимали, что, может быть, то количество времени, которое они хотели бы со мной проводить, мы просто не проводили, потому что мы находились в разных городах. И, маючи такий сумний досвід, що ви не бачили, як дорослішують ваші сини, ви зараз це компенсуєте з онуками? Ну, и с сыновьями тоже. Мы друзья большие. Мы с сыновьями очень крепкие друзья, потому что многие вещи я сегодня советую с ними. И вот эта дружба у меня уже устанавливается и с внуками. Они иногда называют меня тоже папой. Я говорю, grandfather. Я говорю, я большой папа. Вот. Но при этом
та тональность, на которой мы общаемся, она более дружеская, нежели это старец, который указывает направление пути. А вам з вашим батьком вдалося вибудувати такі відносини, от про які зараз ви розповідаєте? Так, конечно, конечно. Это для меня был главный человек был. Вот как мама по-своему главная, то есть для меня это вот как мужчина, образец. Его просто все любили. Такой настоящий мужик, боец. Поэтому я, конечно, этому учился у отца, и какие-то вещи он мне пояснял достаточно просто и жестко. Есть замечательное стихотворение «Что такое хорошо и что такое плохо?». Вот это папа мне объяснил очень хорошо на всю жизнь. То же самое, что я передал детям, и, надеюсь, мы передадим нашим внукам. Ви кілька разів повторювали під час нашого інтерв'ю, що вас врятувала віра. Скажіть, будь ласка, чому, на ваш погляд, так багато рокерів саме приходять до Бога? Ну, опять-таки, это люди, которые вот переживают и этим своими переживаниями делятся, и вот этот поиск внутренний, он каждого человека, кто из нас выжил все-таки, не погиб в юности, привело к церковной оградке. То количество чудес, которые мне Господь дал увидеть, настоящих чудес, вот то, что мы называем чудесами, вот, оно настолько велико, и каждый раз ловил себя на том, что, наверное, это все-таки мое личное такое устройство человека, скептика, постоянно задающего вопросы. Вот уж, ну, чудо произошло, ты его увидел, ты его пережил, и живи с ним, сколько тебе осталось жить. Нет, я обратил внимание, наверное, этот опыт проходит 2 дня или 2 недели, или 2 месяца, это притупляется, притупляется, притупляется. И в итоге ты потом это вспоминаешь как часть кино, которое ты видел, но не как вот этого ощущения пережитого чуда. Какие дива с вами траплялися в вашем житті? Ну, очень много всего. Ну, просто... Расскажите. Ну, я видел Богородицу. Вы бачили Богородицу? Да. У себя дома, прям в комнате. Без это алкоголя, без ничего. Видение? Да. И то, и то она ощущение... вернулась до вас? Нет. И а что ощущение... она робила? Просто сидела. Дивилась вот на вас? Как вы сейчас, да. Вот поэтому вот это ощущение, которое я тогда пережил, это, ну, вот его просто не передать. Это вот. Если когда-нибудь у меня хватит таланта, времени... Ви напишете про і це. І карандаша, да, я це пишу. Один з ваших друзів, який теж круто змінив власне життя, розказав нам дещо цікаве про вас. Давайте послухаємо. О. Пан директор. Я із бізнесу прийшов. З Олегом ми познайомились в 97-му році. Это был город Бердянск. Город хороший такой, тихий, спокойный. Туристов мало. Давайте что-то придумаем. Давайте. А давайте музыкальный фестиваль. А давайте. Олег помогал потом, потому что мы вообще как котята там. Что-то придумали себе, фантазеры. А это процесс, это звук, это свет, это промо. Ничего в этом не понимали. Олег научил. И он помог крепенько. Директором группы я стал, наверное, в 98-м году. Олег никогда не ставил себе задачу построить бизнес на музыке. Он как, помните, как Атос. Я дерусь, потому что дерусь. Вот он пишет, потому что пишет. Наша маленькая стать. Он был молодой рок-н-ролльщик, вот так скажем, которому было присуще и выпить, и сказать, и по-разному, и вот это протестное настроение эти внутри, откуда стихи. Это же протест. На каком-то этапе и я понял, что это я занимаю чье-то место. И он это понял. Мы дружили. Никто никаких горшков не бил там. Бытует мнение, что это наркоманы, алкоголики. Ну, кто-то становится наркоманом, кто-то алкоголиком. У Олега я не видел никогда такого. Ну, могли дать и крепенько. Но так, чтобы это было регулярно, то нет.
хулиганить, вот драки какие-то, ну, это никогда не было. Это другая философия группы «Братья Карамазовы». Они, наверное, там я слышал о том, что там всякое бывало. Он тогда был такой, ну, если это можно сказать, в какой-то степени шалопай был, да. Вот знаете, как ребенок ходит, маленький, он там шалости одни, потом другие, дальше, 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 потом он вырастает, все это уже остается в прошлом. Так и здесь. Меня жизнь совершенно поменялась. В 2009 году меня рукоположили в диаконы, и, в общем-то, началось мое служение уже. А в 2010 году положили в иереи. Вот с тех пор я служу. Он-то вообще считал, что меня уже, может, и в живых нет, потому что вот как-то исчез с радаров. Он, скорее, не то чтобы там он хотел докопаться, как же так случилось. Он понимал, что это закономерно. Как мы общаемся, там чисто дружеское это. Он как-то позвонил и говорит: «Отче, благослови». Там, «Те». Такая, вот сейчас у нас это такая шуточка. «Отче, благослови те». Вот, то есть, ну, мы друзья, ну, конечно, ну, как, мы общаемся на «ты». Понятно, что если он приходит в храм, уже не будет там: «Эй, Саня». Он будет обращаться, как это принято в храме. Он мыслит не так, как все. У него свой подход. И сложность именно в этом. Как, знаете, полстакана воды. Оптимист, пессимист. Я думаю, что если его сейчас спросить полстакана воды, он найдет какое-то совершенно третье решение. Знаете, как говорят, что подарить человеку, у которого все есть. А он состоявшийся человек. Совершенно состоялся. Если бы он не стал музыкантом, он стал бы дипломатом наверняка, потому что у него это в его природе есть. Это он умеет, умеет сдержать эмоции. Наверное, хотел бы обратиться к тебе, брат, твоими же словами. Еще не бойся, ты православный. Да уж. У меня, кстати, папа мечтал, чтобы я стал дипломатом. Он как-то во мне это рассмотрел еще в юную пору. Но дипломатом я не стал. Пока. Дивіться далі. Ваша особиста еволюція теж дивовижна. В день, когда Господь зашел в Иерусалим, я зашел в Голосеевский монастырь. Он говорит: «Я умер недавно». Я говорю: «Как?» І після смерті ви спілкувалися? Нет, он ожив. Музыка до фильмов – это не зазорно для музыканта. Вы как щука, которая гоняет карасей. Ругаться мы с ним не ругались. Но надо попробовать. Стакан наполовину полный или порожний? Дело в том, что я человек коротких форм. До речі, как вы все-таки отвечаете на вопрос, про яке казав отец Олександр? Стакан наполовину полный или порожний? Все относительно. Мы всему придумали сами названия, понятия. Вот. Может, это и не стакан совсем. Вы до отца Олександра, вашего друга, с которым вы в молодости прошли Крым и Рим, можете прийти на сповідь? Конечно. Я у него исповедовался. Он для меня во многом маяк и образец того, каким должен быть человек в своем развитии. То есть я его знаю тогдашним Сашей, я его знаю бизнесменом. Вот. Я его наблюдал своим другом, директором группы, много лет. И вижу сейчас настоящим вот это вот словосочетание «духовный отец», вот это он. Ваша особистая эволюция теж дивовижна. Вы пришли до веры, до церкви уже в дорослому віці. Вам уже было 40 років, коли ви решили змінити своє життя. Я знаю історію, що ви, як людина імпульсивна, буквально в одну мить розвернулися, і після повернення до Києва у 2005 році, буквально просто з поїзда, поїхали в монастир. А туди я попав по простій причині. Я їхав з Пітера в Київ в поїзді, і після записи альбому, і з мене стільки вийшло внутрішнього, что я сидел вот так вот, смотрел в окно, эти березки, сосны так мелькают. И я вдруг себя поймал на мысли очень четкой,
ясный, для меня совершенно спокойный, о том, что я устал жить. И в это время позвонил телефон, и мой хороший знакомый, очень большой серьезный человек, который очень далек был от религии, от церкви, спросил, как у меня дела, я говорю, да вот еду в Киев. Вот. Он говорит, а я в монастыре, тут там, доски таскаю. Я просто думал, что он пошутил. И вдруг вот это, я в монастыре, что человек может попасть туда. Оно мне как указало дорогу, путь. И мне вылетело, например, а можно туда к вам? Он говорит, мне надо спросить у наместника. Меня тоже очень удивило, что ему надо у кого-то что-то спрашивать. И потом мне перезвонил минут через 40, говорит, да, тебе разрешили зайти, заходи. Я приехал домой, бросил сумку, одел какую-то капюшонку свежую и пошел. Вербное воскресенье, в день, когда Господь зашел в Иерусалим, я зашел в Голосеевский монастырь. Вот. И с таким новым опытом прожил там неделю. Это были вот 7 дней и ночей удивительных. А я-то прожил жизни, вообще ничего не знал. И уже на кинец фильма. И это да, оказывается, это титры были начало фільму, а не конец. Історія християнства – це багато в чому розповідь про певні дива. І людина, як слабка істота, вона потребує якогось матеріального підтвердження існуванню вищих сил. Я прийшов на службу, якраз йшло причастя, молилися. Це субота родительська була, поминальна, от перед постом. Подійшов чоловік, батько, говорить, з вами хочу познайомитися, чоловік там. И мы познакомились, Дионисий его зовут. А батюшка говорит, Дионисий, может, ты расскажешь Олегу свою историю? Он говорит, да, если тебе интересно. Я говорю, а что случилось? Он говорит, я умер недавно. Я говорю, как? Он говорит, да, вот так. Ты вы спілкувалися с людиною, яка померла? От коронавируса, да, вот сейчас. И после смерти вы с нею спілкувалися? Нет, он ожил. Если там доктора говорят, что клиническая смерть длится там 5-10 минут, то... Его не было здесь 26 минут, доктора потом сказали. Это с остановившимся сердцем. И что там? Он рассказал удивительную историю о том, что... И, кстати, это совпадает с тем, что я читал, и о чем мне рассказывали старцы, которые знают от людей, переживших это, что там нет возможности молиться и просить. Вот. Он говорит, первое, кого я там увидел, это вот образ Господа Бога. Говорит, какие-то сущности, наверное, там были ангелы вокруг. И, говорит, я четко увидел, вот, когда он умер, вот этот парень. И, говорит, первое, что я хотел его окликнуть. Я хотел ему сказать, там, вот, я знал, что я когда-то знал эти слова. И, говорит, я знаю большое количество молитв наизусть, а здесь я не мог связать два слова, не мог обратиться к нему, не мог сказать, там, Господи, помилуй, или там, Аллилуйя, или еще что-то. Говорит, вот это все было от него... отнято. И это полностью совпадает с тем, что говорят, почему очень важно, чтобы мы молились за тех, кто там. Вот в этом тоже тайна. Человек, который находится там, он уже не может о себе просить. И говорит, второе, что он увидел, тоже удивительное, говорит, это паника. Я понял, что я умер. Второе, понял, что это Бог передо мной. Сияет во всей красе. А он такой, каким мы его уявляем? Говорит, вот на точно иконах? Такой, как на иконах. Да, только сияющий, живой. И говорит, я потом в этой панике, что я не могу спросить, не знаю, вот все ушло, вот это просто как закрыто. Это качество, свойство человеческое, обращаться, говорит, вам закрыто там. И говорит, поворачивая голову, я вдруг увидел своего духовника, который стоит с открытой псалтырью и читает. И я понял, что он молится обо мне вот в эту минуту. А в это время в клинике, в которой он умер, это одна из киевских клиник, где лечат ковид, вот, он говорит, меня реанимировали достаточно большой промежуток времени, и реаниматор сказал, там у него было 100% поражение легких, остановилось сердце. И реаниматор говорит, все, позвонили жене, говорят, умер Дионисий, забирайте, там, приезжайте. Вот. И доктор, который занимался реанимацией, ушел к себе в кабинет. И говорит, доктор уже описывает, говорит, у меня какое-то чувство, что я что-то не закончил. А его уже простынкой накрыли, все, его нет. А в это время он говорит, я вижу
что обо мне молится, стоит мой этот духовник. И так оно и было, потом выяснилось. И вдруг, говорит, этот поток радости, эти ощущения этой благодати, которую каждый из нас уже переживал, но это во сто крат сильнее, как поток. И я вдруг кричу: «Господи!» И в это время, говорит, я открываю глаза, вот. А доктор, который уже ушел, который, значит, позвонил жене и все, он говорит: я сижу в кабинете и понимаю, что я что-то должен еще сделать. И этот подошел, еще что-то ему там сделал, но уже мертвому. И этот, вот, говорит, а в это время, говорит, вот стоит, молится вот в этом видении, в том мире, в котором был виден образ духовника. Потом, когда тебе это рассказывает человек, который вот стоит перед тобой в алтаре, священник, который не может шутить, он не будет шутить, описывая свое, а ты как бы вспоминаешь, что видел ты, что переживал ты. Давайте послухаємо, що кажуть про вас поза очі ті люди, які зараз йдуть з вами по життю. Давайте, да. Вот, наверное, 99-й, может, 98-й занесло нас на какой-то фестиваль куда-то. Была еще команда под названием «Братья Карамазовы», которая на пути моем никогда не попадалась. И я обычно группы на фестивалях незнакомые не слушаю, потому что народа дофига. И тут чего-то я задержался, послушал, они мне безумно понравились. Они не были косматыми, они не были в драных джинсах. Они были с красивыми гитарами, играли что-то такое вот душевное-душевное. И потом, когда фестиваль закончился, почему-то мы с Олегом и частью нашей команды оказались в дендрарии. Рассматривали лягушек и выпили там фантастически просто, знаешь. Потому что все как-то было по кайфу. Жабы квакали, мы выпивали, погода была замечательная. И вот познакомились и подружились. Олег неожиданно сделал мне предложение. Говорит: давай ты станешь нашим продюсером. Я говорю: подожди, вести музыкальную программу и продюсировать группу – это разная профессия. Да, все получится. Тогда, я помню, мы поехали в Египет снимать клип на песню «Туапсе». Катимся, катимся, там за горкою Туапсе. Я, конечно, после той поездки в Египет, я, конечно, ему сказал, что больше я группу продюсировать не буду, я хочу с тобой дружить, а не ссориться. Уже мы с ним поссорились. За дорогою дорога в никуда, из ниоткуда. Откуда берутся такие мелодии, вот я хотел бы у него спросить, потому что это достаточно необычные, не банальные ходы, ни на что не похожи. У меня по-другому было. Пиво, бабы, папиросы. Потому что у нас был больше глэм такой, а у него музыка немножко другая. Более социальная такая. Для музыканта наркотики – это беда. Это трагедия. Это столько поломанных судеб. И на трезвую голову получаются отличные, совершенно отвязанные песенки. Вроде бы прет. Потом пришли какие-то наши дружки, притащили алкоголь. И работа пошла под откос, потому что, знаешь, алкоголь дает силы, сразу же хочется вскочить на коня, но язык заплетается. Поэтому мы сначала делали работу, а потом закрепляли успех. И закрепляли неплохо. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Я думаю, это журналисты веселились таким образом. Чтобы им досталось немножко того, другого и третьего. Был у меня один знакомый человек, который говорит: рок-н-ролл все сдох, умер. Ну как это так? Рок-н-ролл – это эмоция такая мужская, которая должна сказать: я вот должен. Никуда он не денется. Рок-н-ролл жил и будет жить. Фигу в кармане он не держит, я не замечал. Камня за пазухой нет. Если храпит, так все храпят. Выпивает, но все выпивают. Не знаю. Ругаться мы с ним не ругались. Но надо попробовать. Мы поздравляем друг друга с праздниками всегда. Вот. Но в отличие от меня, Олег в этом отношении более корректный и правильный человек. Он звонит всегда, ну, чаще. Привет, Резович, как дела? Что нового? Там, вот, все. Мы так пообщаемся. Все, как здоровье, нормально. Все, и вперед. Жизнь прожили богатую.
Вот. А детям рассказать нечего. Шучу, нам есть чего рассказать. Когда Олег приехал ко мне на дачу, мы сидим, значит, там, жарим шашлыки, пьем вино, общаемся. И тут, значит, Олег вдруг говорит: если когда-нибудь я уйду в монахи, выберу себе имя Спиридон. Я чуть не упал от хохота сначала, а потом говорю: ты что, с ума сошел? Где ты, где монах? Вот. И вообще, зачем этот цирк? Меня много спрашивали про наши всякие случаи, которые там, частично можно рассказать, частично нельзя. Те, которые можно, я рассказал. Из тех, которые нельзя, ну, обращусь к тебе как к нашей любимой щуке. А почему щука, ну, ты сам знаешь. Знаешь, вот удивительное дело. Карамазов – это же его творческий псевдоним. Я до сих пор не знаю Олега фамилию. И никогда не спрашивал, не задал вопросов. Ну, Карамаз и Карамаз. Мне по кайфу, когда состояние души позволяет мне сказать, я его называю «черный грузовик». Потому что «кара» — это черный, «маз» — это машина «маз», значит, черный грузовик. Он не обижается. Наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо, наша маленькая стая уходит в небо. Да, хорошие ребята все попались в моей жизни. Только что были, кстати, вы их да, такие зібрали. Кстати, это были люди, которые для меня точно маяками являются в жизни. До речі, Ряшин казав вам у особистому зверненні про якусь щуку. І сказав, да, що це тільки ви это, знаєте, это моя що це за щука. Монастирська. Меня так называет наш духовный отец. Он участвовал в нескольких наших съемках. Ездил с нами на Святую Землю снимать. Знаю, что такое производство. Я, в работе я очень человек жесткий. И докапываясь до мелочей, очень требовательный к людям, с которыми я работаю. Поэтому он всегда говорит: вы как щука, которая гоняет карасей. Для щуки есть определенная опасность. С одной стороны, она типа очень крутая, вот она королева этого или король этого озера, но как только карасики все попрятаются там, в грязь, в песочек, куда-то за камешки, придет большой рыбак, забросит, и голодная щука может попасться на простую обычную наживку. До речі, я знаю, що зараз ви дуже активно співпрацюєте з серіалами і створюєте музику для серіалів і, власне, для домогосподарок. Я этого не делаю. Спеціально для воєнного серіалу, который називається 1941, написала одну песню. Очень хорошее кино получилось. Это единственный раз, когда я спеціально писал текст, музику, песню главную для сериала. Музыка до фильмов – это не зазорно для музыканта? Ну, это це не вважається якимось жанром, знаете, не надто высоким? Я бы с удовольствием написал, если бы у меня был талант на это. Дело в том, что я человек коротких форм. Для меня песня трехминутная, четырехминутная и высказывание трехминутное гораздо органичнее, нежели вот эти 100-серийные истории. Де би ми вас не побачили у майбутньому, буде це кінотелевиробництво, буде це рок-сцена, да, буде це монастир, ми за вас завжди вболюватимемо. Я дякую вам за відвертість. Настя, я ще хочу признатися вам, я вас дуже люблю, знаю, що ви обожаєте плавати, наблюдав благодаря социальным сетям, как вы переплывали Босфор, и я хочу переплыть Босфор вместе с вами. Домовились? Домовились. Дякую. Це «Поза очі» – програма про те, які зірки насправді. Побачимось. Олеже, я вам дуже вдячна. Ще одне запитання. Да.